сейчас едем из Хельсинки в Таллин на корабле. И наша цель встретиться с Арво Пиартом. Это композитор, современный эстонский композитор, музыку которого я обожаю. И мы написали письмо в центр Арво Пиарта, непосредственно куда мы направляемся. Написали с вопросом, можем ли мы взять интервью мистера Пиарта, но, к сожалению, не получили ответ. Тем не менее, Сайрус, мой друг, прилетел из Лондона. Я приехала из Петербурга, мы встретились здесь. И решили просто поехать в центр, чтобы понять, какая там атмосфера, чтобы изучить материалы. И, конечно, мы надеемся, что вдруг случится чудо, и встретиться с Арво Пиартом получится. Кто знает, если звезды сложатся, и я, конечно, буду держать за это пальчики, все получится, было бы очень здорово. Но это из разряда чуда. Ну, кто знает, я надеюсь. Наконец-то мы прибыли в центр Арво Пиарта. Это был долгий путь, и очень интересно, что же там внутри. Сейчас мы пойдем и посмотрим. Слышно, как поет ветер. Это как хор из тысячи голосов.
мы в центре Арвапиарте, и нам сказали, что встречи ждать не стоит, потому что на письмо нам не ответили, соответственно, ну, встреча не подтверждена. И мы небольшое медиа, чтобы брать интервью Арвапиарте. Ну, все объяснимо, в общем, конечно. Он великий композитор, и каждый хотел бы поговорить с ним. Вот, поэтому все равно приятно, что мы приехали, посмотрели, прониклись духом. Ну, может быть, в следующий раз. В следующий раз. Мне сложнее всего вот это, я посмотрела. Сложнее? Это очень просто. Понять. Взаимосвязь. Что? Схему понять. Пытаюсь схему понять, чтобы запомнить. Ти-то, 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 ти-то. Да. Всегда укладываю. Хороший солист. Я была в Таллине в Академии музыки, где вы учились. И там я купила такие ноты. Там был раз. Universal Edition. Там были. Купила ноты. Я не могу поверить, вообще это какое-то чудо. Это просто чудо. У меня не было надежды, что мы встретимся с Арвапиартом. Ну, это произошло случайно. Мы оказались в нужное время, в нужном месте. Все мы. Я и Сайрус, и Арвапиарт. И мы пришли вовремя в библиотеку. Мы не сидели, не пили кофе дольше, чем нужно. Мы просто встали и пошли в библиотеку. И тогда, когда я нашла ноты ламентаты, зашел Арвапиарт. Я себя чувствую, как я себя чувствую. Я просто как будто в космос летала и вернулась обратно. Но еще не совсем вернулась. Просто чудо. И я думаю, что это вообще все не просто так. Потому что есть взаимосвязь между людьми, тонкая ниточка мысли, тонкая, но очень крепкая.